которую охмурил? Так точно, братец. Не верю своим глазам. Это та кошечка с острыми коготками? Неужели сдалась? Ну, между нами, брат, пока еще нет, но это дело времени. Девица влюблена в меня, как кошка, так что дело не за горами. Господа, не выпить ли нам за новую победу нашего брата Орлова? Спасибо. А как же твоя прелестница актриса? Ты что, ее бросил так скоро? Нет, брат, не бросил. Актриса хороша, да и кошечка хороша. Но одно другому не мешает. Ну, ты силен. Но если уж на это пошло, тогда Бог Троицу любит. А почему бы и нет? Главное, господа офицеры, чтобы одна другой не знала, а то получится конфуз. Мадам, я вынужден просить вашей помощи. Я к вашим услугам. Благодарю. Надеюсь, вы понимаете, насколько трудно воспитывать юную девицу. Лиза, ангел. У всех девочек в этом возрасте непростой период, им нужна строгая рука. Конечно, конечно. А мне трудно быть строгим. Вы знаете, я воспитываю ее один. Мать Лизы Анны умерла ее родами. Отец умер от несчастного случая. Да, бедная девочка. Признаюсь, она моя любимица. Такая наивная, чистая. Вот именно. Наивная и чистая. Ведь я обещал брату позаботиться о ней. А теперь я очень боюсь, что не сдержу своего обещания. Вы должны мне помочь. Я с радостью помогу вам. Что-то серьезное? Вы даже не представляете, насколько серьезное. Одна надежда на институт и на вас, мадам. Ну, рассказывай, кто он? Как вы познакомились? Это было летом. Андрей... Его зовут Андрей Орлов. Не правда ли прекрасное имя? Он улан, поручик. Так вот, он зашел к дяде по каким-то своим делам, а я думала, у меня сердце остановится, когда я увидела его глаза, его улыбку. Мы стали видеться, гулять в саду. И... Лизонька, ты меня пугаешь, он тебя обидел? Ах, Алена, не перебивай. Нет, нет, что вы, душечки, он... Он прекрасный, он такой красивый, он умный, он добрый, он храбрый, но при этом он такой нежный, такой обходительный. И вот вчера он приехал специально для того, чтобы увидеться со мной. А дядя устроил сцену, велел отправляться в институт. А ведь у нас еще могла быть целая неделя до того, как началась учеба. Я решила, что я не сдамся. Я сделаю все для того, чтобы нам быть вместе.